машины вашей территории, либо разделанную кожуру, горит костер и карабин у костра. На партах листовки и ручки. В роли учеников сегодня инспекторы заповедника Эрзи. Один из них Тимур Цуров. На вопрос, сложные ли были вопросы, отшучивается, что гораздо легче, чем себе представлял. Я узнал то, что у меня полномочий, как у госинспектора федерального заповедника Эрзи, намного больше, чем может быть у региональных представителей каких-либо органов они не были. Как отмечает главный специалист Центра поддержки заповедного дела, госинспекторы справились с заданиями быстро и без ошибок. Но были вопросы, которые сначала им показались сложными. У ребят нет на данный момент служебного оружия, потому что у них нет оружейной комнаты. Поэтому у них как бы затрудняется ответить на данные вопросы. А все вопросы, которые входят и в их компетенцию, на данный момент, с чем они сталкиваются, они, в принципе, ответили все правильно. Основная цель визита комиссии из Центра поддержки заповедного дела – обучить инспекторов правильно пользоваться своими полномочиями. Работу начали сразу после приезда. Провели полевые занятия, учились правильно составлять административные протоколы, чтобы инспекторы были юридически подкованы и в дальнейшем умели работать на территории, объясняет руководство центра. К сожалению, не получается, чтобы весь инспекторский состав пригласить в Москву и обучить там. Там количество людей ограничено и по времени ограничено. И поэтому вот руководство приняло решение, что мы должны еще выезжать на места и на местах обучать. И вот даже вот этот выезд показал, что действительно это может быть даже в чем-то более эффективнее. Потому что мы работали прямо на территории, находясь там. Во-первых, изучили, что нужно инспекторам, потому что каждая территория она имеет свои особенности, любая территория имеет свои особенности. Мы посмотрели, вместе с директором определились, что нужно государственным инспекторам, и прямо на практике там провели. Формирование экологической культуры – важнейшая государственная задача, поэтому специалисты из центра посетили заповедник Эрзи. Следующим шагом планируют проверить, как охраняют зону. Это станет последней миссией специалистов в рамках визита в Ингушетию. Нам очень интересно было посмотреть, в каком состоянии, чисто, нечисто на территории, допустим, замусорено, не замусорено. Но мы вчера были очень рады к тому, что не просто на словах, мы слышали от директора, от других сотрудников о том, что чуть не каждую субботу проводят там субботники на территории заповедника. Но мы своими глазами вчера увидели, что действительно на территории чисто, ни мусоринки, ничего нету. Это вот очень-очень радует. Инструкции должностные охранники как бы все возможное делают, чтобы ошибок и замечаний не было. Конечно, идеально все нигде не бывает, но стараемся. После проверки посмотрим, если какие-то замечания будут, будем исправлять. В Ингушетии специалисты пробудут до среды. Далее комиссию ждут в соседних регионах. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.